Всем привет, с вами Кортилага, и сегодня нас ждет мясо, и я очень надеюсь, что и не в... Итак, всем снова привет, и как я сказал, сегодня нас ждет мясо и нефть, да, то есть сегодня будем организовывать с вами мясную промышленность, да, то есть будем мясокомбинат ставить, и все-таки я хочу заняться уже добычей нефти, да, и, соответственно, производить топливо и производить битум, да, для продажи. Но перед этим хотелось бы сделать что-нибудь с... невозможностью их заняться спортом. Культурно отдохнуть они не могут. В бар они не могут сходить. У них бар вот он. Нет, где он тут? Где-то он тут был под носом прям. Вот у них бар прям вот он под носом. Нет, они не могут до него дойти. Ну, серьезно, вот. Вот. Что за странные люди, а, такие? Я не понимаю. Что там, мест не хватает? Все хватает. В очереди никто стоит, он алкоголь даже закупается. Непонятно зачем. Все идея, все хорошо, блин. Все работает. Проблем с водоснабжением нету. Я не понимаю, что вам еще нужно. Ну, счастье вроде повышается. Ладно, давайте мы сейчас тут организуем какой-нибудь. А что у нас здесь? Здесь у нас пока что ничего. Так. Это мы тогда уберем. А, это тропинка. Вот, и поставим тут какую-нибудь. Ну, раз они прям так хотят, тут не хватает там спорта. Что у нас тут? Пляж. Пляж не прокатит. Это лучше все-таки поставлю. Так, мне главное, чтобы все было у них тут. Вот так вот, отлично. Так. Главное, чтобы они сюда ходили, они же ходить перестанут сюда. Мы им сейчас сделаем вот. Он построится, вот построилось. Все, он теперь должен, они тут должны теперь работать. 18 человек. Напряжение сразу что-то это, не того. Не захотел напряжение работать. Почему напряжение не хочет работать? Что опять здесь не так? Рабочих нету. Да вы издеваетесь. Где автобус, который возит моих рабочих? Это ты? Да, это ты. Долго тут на заправке тасоваться будешь, а? А то у нас электричества нет. А, нет электричества? Нет, это заправка. Ой, господи, как сложно-то все. Надо здесь отдельно поставить ветряк, чтобы стоял просто и снабжал. Сейчас мы ее сделаем. Он так поставит, пускай снабжает хоть как-то, чтобы могла заправка идти. Во. Все, поехал. А тоже у меня так он совсем не захочет ничего делать. Ладно, нам нужно сейчас с вами организовать все-таки промышленность. И как нам с вами это теперь сделать? Ну, как я говорил, вот это вот здание мы снесем. Машина такой едет сейчас оттуда. Вот так вот все. Сюда, соответственно, будет подвозиться что-нибудь.
А мы с вами, что мы сделаем с вами? Так, вы не смогли заняться спортом. Но вот же, вы же хуете, в чем проблема? Я знаю, тут есть такая особенность, то, что типа раз у них есть привязка к остановке, они пойдут на остановку. И им вот этот вот спорт нафиг не упал. Как это работает, я не понимаю. До магазина, до бара они... Ну, элементарно, если посмотрю, вот. И до магазина, и до бара они могут дойти сами. То есть, по сути, я могу просто вот так вот... А их даже тут и нету. Так, а пешкодром-то мне можешь дойти до станции? Можешь. Нет, до станции не может. Надо было развернуть ее, что-то тупанул. А перестраивать уже, блин, дороговато. Ну, вон, вроде везет кого-то, кого везешь? Он 8 рабочих везет. Здесь-то эти работают, они сами дойдут. А, ну вон, повез. Ой, хорошо. Давайте думать насчет мясокомбината. Где нам мясокомбинат делать? Я вот думал, здесь вот две ветряки стоят. Может снести их нафиг? Поставить мясокомбинат сюда. Станок здесь есть, что есть. Привозить сюда рабочих. Где у нас еще есть место? Можем, в принципе, здесь организовать, но здесь тоже остановка есть. Заодно, кстати, снабжать ножом. Он, кстати, скоро созреет уже. Так, а вывести это мы не сможем, да, никак? Чтоб урожай нам привозился. Не, можно попробовать... Поставить, допустим, еще один погрузчик. И, ну, чтобы он отсюда возил уже, со склада. А со склада мне тоже не вариант. Ладно, сейчас разберемся. Давайте посмотрим, что нам нужно для, для мясной продукции. Мясо. Что у нас есть? Мясной совхоз. Это у нас производит скот. Стол для скота, соответственно. И сам мясокомбинат превращает в мясо все это. Потребляет 150 тонн скота, выдает 60 тонн мяса. И, соответственно, рефрижератор сам по себе. Хранится мясо в рефрижераторе. А, не хотелось бы мне вот это вот поле удалять. Потому что все-таки оно уже скоро будет собираться. Здесь у нас как? Ну-ка, люди есть? Два работника всего. Всего два работника. А я не понял, где все? Почему? Спорт. Я вам вот построил, вашу мать. Вы же вот ходите, 3-2 человека. Ну что за бред? Так, надо, короче, повышать лояльность. До 50. Иди до 50 повышать. Преподавателей очень мало. Здесь у нас что? Топливо есть. Студия, судебный персонал. Где преступления? Ну, нет у меня преступников. Сидит кто-нибудь? Ну, вон двое сидят. Один даже готов работать. Трое заключенных совершил побег за этот год. Какая прелесть, да? Так, что у нас тут? Понятно. Ладно, давайте думать насчет мясокомбината все-таки.
Работников-то мы организуем. В принципе, можем тогда машиной возить отсюда. Урожай. Да, наверное, мы так и поступим. Ну, давайте тогда построим то, что есть. Отсюда у нас будут ходить работники. Так, ну примерно так, я думаю, это будет все выглядеть. У нас здесь с вами есть элеватор, он будет поставлять урожай на выращивание скота. Дальше скот у нас будет поставляться в стойло. Через стойло он будет идти на мясокомбинат. И дальше уже сюда будет поставляться у нас рефрижератор. Так, а то у нас получается не хватило тебе, да? Смотри, что-то хватило, что не хватило. Нифига-то не хватило. А, это вода, подожди. Это вообще насос. А мне нужен не насос, мне нужно... Вот. Да, нет, всем хватило, вот кроме элеватора. Элеватора только не хватило. Можно сюда еще дополнительно протянуть. Поставить ее. Ой, а куда ее поставить? Где эта штучка? Вот она, эта штучка, все прямо и воткнуть так. Вот это. И к ней подвести провода. Серьезно? Зачем я это сделал? Зачем я это сделал? А поле можно как-то остановить? Вообще подстав, я не знал, что такое. Давай тогда сюда. Сюда. Отлично. Так, хорошо. Теперь этим мне нужно назначить. Граждане у нас будет где? Где у нас вообще работники нужны? Здесь 50 человек. Здесь не нужен никто, здесь 50. То есть соточка где-то еще нужна. Да, и сюда. А где транспорт, который привязан? Вот он едет. И сколько мне идешь? О, 27 человек. Не густо, но и не пусто. Так, у нас безработный один есть. 8-2. 8 за ребенком и из-за болезни. И у нас здесь в итоге. 50 человек не могут заняться спортом. Да вы издеваетесь. О, уже 49. 47. Уже уменьшается, это хорошо. Значит, все-таки спортом не занимается. Не смогли достать мясо. Да вы издеваетесь. Наш мясо. Мяса-то полно. Так, а вы у нас пассажиры. А куда вы ездите, пассажиры? Ладно. Что у нас здесь? А, нам нужно найти машину. Даже не машину, нам нужно добавить. Этот у нас есть, нам нужно вот это добавить.
Так, урожай. Если они его сейчас собирать начнут, то будет здорово. Блин, будет отсюда убрать тогда урожай. А здесь урожай много вообще? А, можно убирать тут 400 тонн. А здесь я соберу, не знаю сколько соберу, но надеюсь, что соберем. Так, это мы тогда отключаем. Значит, тут мясо, скоро мясо здесь начнет производиться. Крови пока тоже не нужно. Вот он, элеватор. Загрузка урожая. Здесь выгрузка урожая. Вот, и будет машина ездить у нас сюда урожай. Какие у нас тут работники? Ну, понятно, что нет урожая. Но, чтобы они работали, можем пока что что-нибудь купить немножечко. 16 тонн. Как работают. Сейчас дождемся, когда у нас вызреет урожай. Я думаю, ближе к октябрю уже будет. Ну, в принципе, пока что это вот так вот оно все выглядит. Я вот думаю, может быть, сюда какой-нибудь домик все-таки поставить, чтобы они здесь прям работали, не отходя от кассы. Можно прямо вот на этот целый район выделить пару домов, поставить детский сад, школу. Магазин, кстати, можно будет тоже организовать какой-нибудь там спорт. Да, наверное, можно, только мне здесь надо кредит один взять. Ой, блин, так, сейчас возьмем еще один. У нас один уже есть, долг вон, лям 800. Вот теперь их два. Так, где мы, наверное, поставим домики? Вот где-нибудь здесь мы их поставим сейчас. Так, я решил снести ее все-таки поставить правильно. Потому что из-за того, что у меня далеко очень вход, из-за этого автобуса, это, короче, вообще ни хрена не хотят работать. Хулиганье такое. А, сейчас мы ее заново поставим. Не хотят прям работать, я прям не понимаю, что происходит. Так вот, я думаю, будет получше. Так, ладно. А, это мы подготовили немножко работу станции. Я все-таки перевернул. У нас тут сейчас собирается наш урожай. Посмотрим, сколько мы соберем. Сколько тут у нас. В общем, посмотрим, сколько урожая соберется. Здесь, конечно, прям печаль, беда. Ну ладно.
Так, у нас сейчас сентябрь, 30 сентября. Вот, я надеюсь, начнется подготовка. Хорошо. А у нас тут, что у нас тут есть? Хорошо, производство пошло, вода идет, вода поступает, вода поступает. Нам для нужд граждан потребуется, соответственно, тоже и урожай, и все остальное. Сейчас мы... Это не так мы сделаем, а как-нибудь... Так, отлично. Опять приостановлено. У тебя теперь что? Нет никого. Зашибись. У меня сентябрь, а у меня никого нет. А налево никто не хочет сходить, не? Если не направо для вас. Я иду сюда работать. А у меня сейчас теплоцентраль стоит? Тепловая электростанция стоит? Нет. Ну да. Теплоцентраль, не. Давайте сюда топайте тоже. А я такой, чё они не идут? А, неправильно, им же сказано, не ходи. А здесь у меня с чем... понятно. Как они вообще сюда... Ну, ладно, не важно. Ладно, чё, на станок на работу вообще планируют идти, нет? О, наконец-то. Один есть, всё заработал. Хоть тепло пошло. А то сейчас температура упадёт, вообще труба будет. Ладно, продолжим дальше здесь. А школа, детский сад имеет там. Надо бы еще остановочку поставить где-нибудь. Вот здесь вот. Это для этих, для универов. Так, мясо у нас производится, отлично. Надо единственное только назначить этот рефрижератор. И назначить, вот я его назначил, да, загрузка. А здесь мы пока что отключим мясо, наверное. Так вот. Вот, мясо мы, по идее, сами теперь производим. Если сейчас еще тут появятся люди, то будет вообще великолепно. Так, мне нужно понять, что у нас. Температура низкая, значит, мне нужно подвести тепло. Электричество есть, вода есть. Канализация, канализации нету. Так, у тебя тебе вода не нужна. Тебе вода нужна. Вода есть, вода нет, канализации нету. Теплоцентрали нет. Зато есть электричество. Хорошо. Значит, займемся сейчас водой. Thank you.
Так, ну вроде бы все тут. Сейчас можно еще какой-нибудь раз бассейн бахнуть. О. О, нет, стоп. Почти. О, вот так, отлично. А сюда еще один жилой дом сейчас поставим. Угу. Вот, и по идее должно быть все хорошо. Сюда можно будет больше не возить. Нет, ну пускай вот тюрьма, вот это вот все они обслуживают, а вот пищевой завод можно убрать. Люкер булочный убрать. Совхоз. Мясокомбинат. Вот. А, ну да, нет, это нужно, это эти. Так, хорошо. А, здесь ставим. Что? Вот это. Ну пока хватит. Ты. Ну, а здесь кто-то уже поселился, неплохо. Так вот делаем. Сюда. Тоже сюда. Нет соединения с этим зданием. Спасибо. А, слишком далеко. Но это я сделаю, Джапин. Там может все получается. Так вот. Тоже поближе будет, правильно? Правильно. Так, что у нас тут? У нас здесь 405, ну тут урожая хватает. Опа, полиция. А не рано ли полиция? Ладно. Так, меня интересует... Насколько у меня далеко... А где это что там? Во-первых, меня интересует больница. Так, полиция. Как у нас полиция? Захват. Хорошо. А где мы есть остальные службы? О, больница. Работает она с этим. Отлично. И пожарная часть меня интересует. Да, тоже доезжает. Хорошо. А, так. А, мне нужно... Что мне нужно? Полиция, все здесь есть. Можно, в принципе, тогда запускать их всех. Здесь детский сад. Здесь мы сейчас еще назначим. Сейчас это вот делаем. Мы же назначим детский сад. Вот эту часть. Тоже можно открытый бассейн сделать. Так вот, и теперь понеслась. Так, ну что, у нас пошли? Во, пошли, отлично. А, так, что у нас тут? Тут с одеждой есть. В школе у нас как дела? Учителя один. 10, вот двое. Хорошо, очень хорошо. Мясо должно сейчас хорошо производиться. Вот, скот идет. Как у нас мясо производится. Во, 3. Хорошо, мясо пошло. Отлично, мясо у нас заработало вроде бы. Теперь оно даже снабжает. У нас тут как дела? Вон 63, а, ну правильно, ну, 63% поэтому. Мясо, тут пока что мяса нету. Надо купить. Пока его толком не завезли. Одежда есть, вот мяса нету. Чтоб оно было.
чудненько, ладно. Вроде как с мясом мы разобрались. Я надеюсь, что разобрались. И теперь давайте решать тему с нефтью. Потому что деньги же нам с вами нужны, нужны. А, нефть. Я помню, здесь где-то был очень хороший запас нефти. Вот он, красавчик. 94%, 95% покрытия. Это просто что-то с чем-то. Давайте, наверное, пока на паузу поставим. И будем сейчас мы с вами организовывать нефтеперерабатывающий завод. Сейчас я быстренько все организую. Да, мы там все уже сделали, но видите, тут надо безработицу-то убрать, у нас где-то вот очень не хватает места. Так, отлично. Я надеюсь, все сработает и будет все работать. Смотрите, у меня сейчас это, по идее, да, то есть они сейчас побегут сюда на остановку. Прорыв тут не надо, только рабочий состав. Ну вот, а так как освободятся места, то остальные, по идее, должны тоже пойти. Ладно, продолжим. Где наш? Скважины, вот они наши нефтяные скважины. Так, что у нас вообще по нефти? Давайте смотреть. Так, ну что ж, как-то так выглядит наша с вами нефтеперерабатывающая промышленность. Она еще, конечно, пока что не функционирует. Но я вроде постарался все сделать, что нужно. У нас есть резервуар, который будет собирать нефть. А, и, соответственно, сам завод, который будет все это дело перерабатывать. И дальше он будет все это передавать в отдельный каждый резервуар. А, у нас тут еще осталось немножко... Ай, где у нас тут, вот она. Так вот. Сейчас. Так вот, да, то есть у нас поезд будет тут приезжать, загружаться, также будет транспортировка идти для заправки поезда. Это все для топлива. Здесь у нас будет, что у нас он хочет? Он хочет нефть. То есть он хочет нефть. А зачем тогда не подключил? Я мог тут резервуар подключить. Сейчас мы это и сделаем. Я так хочу нефть. Химикаты, нефть. А, химикаты и нефть. Ну, возможно, у нас пока что данное предприятие не будет функционировать. А может, будет, я не знаю, там как-то, по-моему, от скорости, что ли, зависит.
ну, на скорость это влияет. Но мы сейчас вот эту часть удалим. Это. Да, отлично. И подключим вот эту часть, которая не хочет подключаться. Понимаем. А, ну да. Сейчас мы еще вот эту часть тоже удалим. Так. Как нам сделать? Как нам сделать? Вот это вот мы сделаем сюда. Это мы сделаем. Отлично. Отлично. Правда, деньги у нас опять закончились. Поэтому еще один займ возьмем. Что нам, да? Еще один займ возьмем. Так, отлично. Это что касается нефтеперерабатывающего завода, пока что он выглядит именно так, естественно, потом появится химзавод и тому подобное. Пожалуй, на этом у меня будет все, серия в этот раз у нас будет коротенькая, я единственное гляну, что у нас безработица у нас минимальная, это очень хорошо, счастье, ну такое себе, хотя они как-то спортом недовольны. Вот, ну, мы с вами вот здесь вот организовали нашу пищевую промышленность. У нас сейчас ноябрь месяц на дворе. Ага, ты смотри, почти собрали все. Молодцы, молодцы какие, почти все собрали. Сколько у нас тут? 550 тонн урожая, это очень хорошо. А мясо 27 тонн мяса производится, это не может не радовать. Скота у нас... Нет проблем со скотом, урожай поставляется. Хорошо, здесь вроде все неплохо, да, смотреть население. С одеждой проблем нет, со спортом вот есть небольшие проблемы, да, то есть спорта им маловато, им нужно еще спорта. Нам нужно больше золота. У нас есть побеги из страны, но побеги падают, это же хорошо. Все, наверное, на этом пока все. В следующей серии мы будем... Попытаемся организовать уже, соответственно, отдельный квартал для нефтеперерабатывающего завода, чтобы он начал у нас уже работать. Соответственно, там нужно будет все это тоже организовать, все магазины, все школы и организовать поставки, да. У нас, кстати, у нас здесь есть еще тот железнодорожный путь, который можно было бы подсоединить. Так. И вот так. Угу. Ну, мы сделаем его вот так вот и переезд тут сделаем. Вот, а здесь мы просто дополнительно поставим еще почву. Там в любом случае будет потом контролироваться все светофорами вот этими. Поэтому пока что она сделана так. Я не пытаюсь сделать здесь какую-то копийность или что-нибудь такое, да, как, например, Frankfurt Favre. Вот, где я пытаюсь сделать просто реалистичность и так далее. Здесь немножко сложнее с реалистичностью, потому что мы играем, как бы, мы пытаемся еще денежку зарабатывать. У нас, кстати, прибыль пошла. Что? Серьезно? Откуда прибыль? А, ну правильно, мы же практически сейчас урожай-то не закупаем. Даже не практически, в принципе, урожай не закупаем уже, соответственно, у нас осталось только осталась закупка угля только. Ну, неплохо, неплохо. У нас пошла прибыль, это уже не может не радовать. Значит, мы все делаем вроде как неплохо. А, кстати, импорт ресурсов, вот минус 216 тысяч. Минус 54 труда дни, иностранная рабочая сила, советские страны. Хорошо, хорошо, очень неплохо. Я очень надеюсь, что у нас нефтеперерабатывающий завод тоже заработает. И очень неплохие у него там... Ну сколько вот мы сейчас посмотрим, вот сколько закупка идет. Так. Ну туристы, понятно.
Ну, оксид урана, да, он там 1000 рублей стоит за тонну. Мне интересует нефть, вот она всего 37 рублей. Ну, например, вот битум 192 рубля уже стоит. Топливо стоит... топливо 117. То есть битум как бы самое прикольное. На начальном этапе, я считаю, битум, да, продавать самое прикольное. Алюминий, да, это было бы здорово, но это, соответственно, будет все новое. Новое производство нужно будет открывать, соответственно, добывать железную руду и так далее. Самое крутое, вот, да, это у нас вот электроника 1900 рублей. Продажа, да, и вот электродетали 1652 рубля за тонну. Ну и оксид урана. Вот три самых таких, что вот было бы прикольно это. Но на начальном этапе, да, то есть если мы сейчас будем битум продавать, вот, а я надеюсь, что у нас получится битум продавать, затем можно уже будет заняться механическими деталями, они по 709 рублей. Вот, ну и дальше развивать и развивать. У нас, вот, кстати, скот по 105 рублей. И это может продавать скот, да? Нет, нам нужно мясо, это нам самое главное, это наша республика, чтобы она не голодала. Поэтому мясо самое важное. У нас здесь все вроде работает, 10 СБСТ, все великолепно. Здесь у нас тоже, что у нас тут? Один рабочий на больничном, не смогли культурно отдохнуть, бар, мясо. И как всегда, все, ничего не меняется, чего они тут? Бар посетить, алкоголь есть, что проблема, не понимаю. Бар они не смогли посетить. Странно какие-то. Что у нас здесь, продавцов нет? Или их недостаточно, некоторые товары отсутствуют в магазине. Что у нас отсутствует? Мяса нет, почему? Почему нет мяса, я не понял. Мяса полно, почему машины не возят мясо? Загрузка, рефрижератор 3, смотрим. Не тот, понятно. Выгрузка, загрузка. Рефрижератор 2. Загрузка. Выгрузка. Нам нужны теперь машины рефрижератора. Купить. Рефрижератор. Вот он. Два штуки. Все, поехали отсюда. Погнали, погнали, погнали. А то у нас тут ребята без мяса страдают, бедные. Так все же нет или еще что-то я придумаю сейчас. Это вот здесь вот можно будет подцепить что-нибудь, я не знаю. Ну, у меня привоз электроники. Не, электронику пока что дорого покупать. Сейчас у нас, возможно, идет за счет электричества. Мы же электричество продадим, насколько я помню. Так, импорт ресурс, экспорт. Ну, не так уж и много. А за счет чего? Неужели туристы так много тратят денег, а? Суммарно минус 299 тысяч. Не знаю, ладно, разберемся. Все, ладно, еще раз повторюсь, что мы сегодня сделали. Мы сегодня организовали мясную промышленность, да, мы организовали небольшой квартал для них. Попозже, ну, у меня тут как бы крытый бассейн, все это стоит, надо вот еще поставить лояльность, чтобы была. Где у нас тут? Вот она. Вот как-нибудь... Или вот сюда, наверное, даже. Сюда она не влезает. Во, вот сюда, точно. Па. Стоп, лояльность повышала. Так вот, тропиночки подведем. Вот они все пошли, в школу пошли, да, то есть до этого никто не ходил. Ну, здесь со школой проблем в принципе нет, да, учеников 35, нормально все. И я в очередной раз. Кадморка, котенька, как не это. Отлично, вот мясо загрузил. Сколько он? 6 тонн, да? Или 8? 8 тонн загрузил. Маленько очень написано. Вот. Мясо загружено, и, кстати, мне нужно, я прямо сейчас вспомнил, нужны же эти снегоуборочные машины. У нас же сейчас снег скоро выпадет, а я снегоуборочные еще не подготовил. Это у нас коммунальная служба. Где у нас коммунальная служба? Вот это, наверное, прочие отрасли. Одежда, гравий, производство, алюминий, сталь, хранилище. Окей, емкие отрасли. Это понятно, все, это классно, конечно. А где коммуналки?
Общее, малосудовое, ну это понятно, это суда. Вот они. Так, их надо где-нибудь так поставить, они вроде ничего не требуют, но надо бы их поставить как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь. Опа. Здесь. Я сейчас посмотрю, если она будет покрывать все территории, то хорошо. Потому что мне нужно будет шпанить. Так, что у нас здесь? Здесь все собрали. Ну да, зима близко. Поэтому до весны никакого засеивания не будет. У нас здесь 600 тонн. Я надеюсь, этого хватит на какое-то время. Здесь у нас еще 394, еще 400 тонн. 604, да, ну получается 1000 тонн у нас. А, так, здесь у нас все собрано. Нужна техника. Техника сейчас будет. Вода. А, вот кто у нас воду перевозит. Коммунальная служба, точно. Я забыл. Ну ладно, ничего страшного. Снегоочиститель, сточные воды, это осенизаторские машины. Но нам нужен снегоочиститель. Так. Ты у нас сколько возишь? 40 км в час. 30, 24, 49. Ну давай КамАЗы эти возьмем, 4 штуки. КамАЗы готовятся. Так, организуем еще. А топливо мы, наверное, не организуем. У нас уже тут все уже. Ладно, заправляться будет на заправке. Заправки нормальное топливо. Заправки нормальное топливо. Может, пускай на заправке заправляются. Все, к зиме готово. У нас минус 6 уже на улице. Но в домах, слава богу. Что у нас тут? Ну да, 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 очень много прям недовольных, несчастливых. Но с температурой все в порядке. Все, ребятки, на этом все пока что. Буду я заканчивать. Напоминаю, следующая серия у нас постройка микрорайона для нефтеперерабатывающего завода. Ну и, как говорится, исправлять какие-то там ошибочки, да, то есть, чтобы делать граждан наших более счастливыми. Вот, и так далее, и так далее. Вот, если повезет, в следующей серии мы уже запустим поезд, который будет у нас продавать битум. Это будет очень круто, на самом деле. Ну, а у меня пока все. С вами был Картилага. Обязательно подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте и на канал на Рутубе. Ставьте свои лайки, пишите комментарии, что вы обо всем этом думаете, что вы могли посоветовать. Ну, и со всеми остальными. И просто так пишите, просто так общайтесь. А на этом у меня пока все. И увидимся с вами в следующих сериях. Пока-пока.